Здравствуйте, всем добрый день. Это КФУ Лайф, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2022 года. Сегодня у нас в гостях Химический институт имени Бутлерова. И с вашего позволения я представлю гостей, которые к нам сегодня пришли в шоурум Казанского федерального университета. Марат Ахмедович Зиганшин, исполняющий обязанности директора Химического института. Марат Ахмедович, добрый день. Здравствуйте. И также Лариса Геннадьевна Шайдарова, заместитель директора по образовательной деятельности. Лариса Геннадьевна, вам тоже доброго дня. Добрый день. Рада вас здесь видеть. Вопросы у нас уже есть заготовленные. Также, помимо этого, у нас есть абитуриенты по ту сторону экрана, которые вас сейчас видят, слышат и готовят свои вопросы относительно поступления. Так что 50 на 50 постараемся. Вопросы заготовленные, плюс вопросы, которые они будут нам задавать во время прямого эфира. Так что, напоминаю, уважаемые абитуриенты, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их задавайте, и наши гости попробуют на них ответить. Что же, начнем по вопросам. Надеюсь, вы готовы. И первый вопрос звучит так. На какие направления подготовки бакалавров-специалистов, реализуемые в Химическом институте Казанского федерального университета, осуществляется прием в 2022 году? Отвечу на этот вопрос я. В Химическом институте реализуются две программы подготовки бакалавров. Это подготовка бакалавров по направлению химия и по направлению педагогическое образование. Кроме этого, мы сохранили направление подготовки специалистов, называется направление «Фундаментальная и прикладная химия», где мы готовим фактически специалистов, вот как в давние времена, до двухуровневой Болонской системы. Следующий вопрос как раз-таки расширит, точнее не расширит, а углубимся в эти понятия. В чем заключаются различия направления подготовки бакалавров 04, 03, 01 химия и специалистов 04, 05 и 01 «Фундаментальная и прикладная химия»? Абитуриенты очень часто задают вопрос, куда лучше подавать документы: направление подготовки химика-бакалавра или химика-специалиста. Это, безусловно, ваш выбор, то есть у вас сейчас более богатый выбор, чем был, скажем так, 10-15 лет назад. Но отличия основные. Бакалавр – это бакалавриат, это первый уровень двухуровневой системы высшего образования, который реализуется в нашей стране после 2010 года. И он предполагает обучение в бакалавриате в течение 4 лет на нашем примере. И второй этап – это есть подготовка уже магистров, где обучение реализуется в течение 2 лет. Подготовка специалистов – она реализуется с учетом срока обучения 5 лет. И вы получаете диплом высшего образования. Это получается уже оконченное высшее образование. И если по истечении 5 лет перед вами станет задача немножко изменить профиль своей будущей специальности, вы будете вынуждены получать уже второе образование. Ну и, как вы, наверное, знаете, в нашей стране второе высшее образование, оно платное. Поэтому, закончив бакалавриат, вы имеете возможность скорректировать свою будущую профессию, поступив в магистратуру немножко измененную. Ну, например, вы поступили в бакалавриат по направлению химия, а поступите далее в магистратуру, которую вы выбираете. Ну, многие поступают на психологию или, наоборот, педагоги поступают в какие-то другие направления. А вот у специалитета в этом плане, если возникает такая необходимость, он должен уже оплачивать второе высшее образование. Вот это главное. То есть первое – это сроки обучения, и второе – это уже, если думать о дальнейшей своей деятельности, дальнейшем образовании, вот с этой позиции нужно тоже это рассматривать. Но я хочу успокоить будущих абитуриентов. Скажем так, первые 2 года в нашем институте учебный процесс очень близок при подготовке и бакалавров по направлению химии, и специалистов по направлению фундаментальная и прикладная химия. И есть возможность на более старших курсах, это на 3-м курсе, перейти или с бакалавриата на специалитет, или наоборот, специалитета на бакалавриат. Такая возможность есть. Хорошо, продолжим. Следующий вопрос. Какое количество бюджетных мест и какие проходные баллы? Ну, наверное, я попробую ответить на этот вопрос. Да? Если говорить про бакалавриат химия и специалитет химия, то и по тому, и по другому направлению у нас 75 бюджетных мест.
Бакалавриат, связанный с педагогическим образованием, бюджетных мест 25. Если мы говорим про магистратуру педагогического образования, там 15 бюджетных мест. И магистратура по химии, там с большим количеством профилей, это 60 бюджетных мест. По проходным баллам. Ну, статистика наших предыдущих ранних поступлений показывает, что в случае бакалавриата по химии у нас проходные баллы варьируются где-то вот на уровне 220-225, вот в этот диапазон попадают. У специалитета чуть побольше, это 225-230, и бакалавриат по направлению педагогическое образование, это порядка 165-170, вот проходные баллы. Идем дальше. Когда завершается прием документов направления подготовки бакалавров-специалистов? Ну, надо быть внимательным. 25 июля до 18 часов вы должны подать обязательно документы в ВУЗ или в ВУЗы, которые вы хотите. После 25 июля документы приниматься на программы подготовки бакалавров и специалистов не будут. В перспективе 27 июля будут вывешиваться конкурсные списки, и после этого вы уже обязательно должны подать или в электронном варианте заявление на зачисление и, соответственно, оригиналы документов. Значит, ребята, которые подают документы через платформу госуслуги, они могут подать оригиналы документов и после, получается, время у нас зачисления это 8 августа. После 8 августа им еще будет даваться 10 дней. Но в любом случае оригинал документов в августе они обязательно, получается, до 20 августа они обязательно должны представить приемную комиссию. Давайте еще раз повторим. Еще раз давайте. Итак, как раз таки у нас вопрос такой есть, сейчас его озвучу, чтобы абитуриенты смогли сориентироваться, чтобы ушки свои навострили, то что, внимание, вопрос следующий. Какие сроки сдачи оригиналов, если подавали заявление через госуслуги, нужно ли сдавать оригинал? Итак, если вы подавали документы через госуслуги, сразу бежать до 8 августа, может быть, и не надо, но там вам дается срок 10 дней. То есть, получается, до 20 августа документы уже должны лежать в том ВУЗе, куда вы проходите обучение. И еще один момент, с которым мы сейчас сталкиваемся. Очень многие в госуслугах указывают один ВУЗ, то есть согласие на зачисление дают в один ВУЗ, а документы оригинала несут в другой ВУЗ. Этого делать никоим образом нельзя. То есть, если вы дали согласие на зачисление, вы оригиналы документов должны нести именно в этот ВУЗ. То есть здесь единый ВУЗ, куда вы и подаете заявление о согласии, и соответствующий оригинал документов. Ну, реакция специфической аудитории. Как раз-таки после этого ответа у нас пошли лайки в нашем эфире. Ну и стоит, наверное, добавить то, что не надо тянуть, если уже определились. Да, конечно. Чем быстрее вы сделаете, тем лучше. Тем спокойнее проведете август, отдохнете безусловно, перед началом учебы. Ну, нужно еще учитывать разные специфические ситуации, когда, скажем, сайт не грузится, еще интернет пропал. Ну, вот, чтобы таких не было нервотрепок, лучше все сделать заранее, конечно. Ну, плюс еще логистика, если другой регион, зная то, что у нас южная часть сейчас авиасообщение выключено. Казалось бы, ну, 5 дней еще, это достаточно много. Нет, 5 дней это слишком мало уже. Продолжаем по вопросам. Следующий звучит так. На какие направления осуществляется прием магистров? Какое количество бюджетных мест? Давайте я отвечу, да, Владимир Владимирович? Да, значит, у нас есть два направления магистратуры. Это магистратура называется «Педагогическое образование», профиль «Живая химия. Новые подходы в преподавании химии». Там 15 бюджетных мест. И магистратура называется «Химия». В рамках этой магистратуры очень достаточно большое количество профилей, направлений подготовки. Я остановлюсь только на укрупненных направлениях, профилях. Да, это инновационные материалы, методы их исследования. Это хемоинформатика и молекулярное моделирование. Это органическое, элементорганическая и медицинская химия. И это химия и методика ее преподавания. Вот эти четыре укрупненных профиля, которые у нас есть.
В рамках двух укрупненных профилей есть еще небольшие как бы части, которые ребята сами выбирают, что им интересно. Ну, я приведу на примере инновационных материалов, методов их исследования. Вот в рамках этого профиля есть еще части, такие как аналитическая химия, которая готовит аналитиков, скажем, для Роспотребнадзора и так далее, для аналитических лабораторий. Есть часть, связанная с нефтехимией и катализом. Да, то есть там уже готовят специалистов в области получения катализаторов, в области нефтепереработки, нефтехимии и так далее. Поэтому при поступлении, при подаче заявления в укрупненные профили, ребята сами выбирают, а что им больше будет интересно. Ну, он хочет, например, дальше он видит себя после магистратуры аналитиком, который будет работать в какой-то аналитической лаборатории, там, скажем, пищевые добавки или пищевые продукты оценивать и так далее. То он выбирает аналитику, он в этом, в рамках этого профиля получает все необходимые компетенции, которые даются и параллельно другим ребятам, которые выбрали, например, нефтехимию, катализ. Но есть специфические курсы, есть специфические программы, которые только они будут получать, для того, чтобы как раз сформировать эти компетенции. Следующий вопрос. Когда завершается прием документов направления подготовки магистров? Я говорю? Да, наверное. По срокам. Надо сказать, что прием документов в магистратуру был организован, начиная с 20 июня. И по графику у нас будет вступительный экзамен по приему магистров на бюджетные места 3 августа. Поэтому, несмотря на то, что в документах, которые висят на сайте КФУ, указано, что прием документов можно реализовывать до 8 августа, мы вас очень просим подать заявление и документы до 3 августа, чтобы вы могли на полных основаниях этот экзамен пройти. Экзамен можно будет проходить и очно, и дистанционно, в зависимости от вашего выбора, где вы поставите галочку в своем личном кабинете. И, соответственно, если очно, вы приезжаете в здание химкорпуса по адресу Лобачевского, 1, город Казань. Если вы хотите сдавать экзамен дистанционно, вы подключаетесь по ссылочке, которая указана, соответственно, в расписании на сайте приемной комиссии. Ждем вас. Поэтому убедительная просьба. Подавайте заявление до 3 августа. Разницы никакой в том, что вот очно, онлайн, никаких преимуществ протокол, не получает. Протокол единый. Угу. Очно ведется запись. И заочно ведет, и дистанционно тоже ведется запись проведения экзамена. Хорошо. Продолжаем дальше. Следующий вопрос. Какая стоимость контрактной формы обучения? Здесь стоимость различается. Но, надо сказать, у нас не такая высокая стоимость по сравнению, скажем, там, с другими направлениями. Самое дешевое среди перечисленных мною – это педагогическое направление, то есть направление подготовки учителей химии, стоимость одного года обучения 160 тысяч. Я буду говорить в тысячах рублях. Если говорить о направлениях подготовки химиков, это и бакалавриат, и специалитет, это 173 тысячи. Ну и, наконец, подготовки бакалавров, это 195 тысяч рублей. Вот такие у нас суммы в этом году. Следующий вопрос. Куда распределяются выпускники Химического института Казанского федерального университета? Какие будущие профессии? Я отвечу на этот вопрос, потому что достаточно очень интересный вопрос. Мы статистику, анализ достаточно долго тоже проводили, смотрели, как у нас по годам происходит распределение. Ну вот что мы имеем на сегодняшний момент. Больше 50, я бы сказал, в районе 50-70% выпускников у нас уходят в какие-то промышленные предприятия, коммерческие структуры, где продолжают работать по своей специальности, по специальности химии. Примерно от 15 до 20 по разным годам выпускников продолжают обучение. Если это бакалавры, то они могут продолжить обучение в магистратуре. Если специалисты, а это вот достоинство, кстати говоря, специалитета, после окончания 5 лет они могут сразу поступать в аспирантуру, то есть для того, чтобы потом получить кандидатскую степень. Вот такое количество туда уходит. Часть из них, естественно, уезжает за границу, то есть в зарубежные вузы, в магистратуру, в аспирантуру. Там достаточно хорошо котируется Казанский федеральный университет за рубежом, поэтому у ребят проблем с поступлением нет.
Если мы говорим про профиль педагогического образования, то в связи с тем, что у нас очень большой спрос на учителей химии и в городе Казани, и в республике Татарстан, предметиков очень мало, и ребята, те, которые учатся в бакалавриате, уже к концу своего обучения уже знают, где они могут работать. То есть у них, по сути дела, формируются рабочие места. А те, кто обучается в магистратуре, те уже в процессе обучения, обучаясь здесь, уже работают учителями химии. То есть тут проблем с трудоустройством нет. Если мы говорим про специалистов в области аналитической химии, анализа, то их с удовольствием берут лаборатории, экспертные лаборатории, аналитические лаборатории, лаборатории, которые контролируют качество фармпродукции, пищевой продукции, качество воды, это, например, водоканал, да. Если мы говорим про специалистов, которые получили достаточно большое количество компетенций по работе с самым разнообразным оборудованием, а я вот не ради того, чтобы похвастаться, скажу, все-таки в химическом институте закуплено за последние десятилетия оборудование больше, чем на 1 000 000 000 рублей, причем это оборудование очень современное, не все вузы, даже зарубежные, могут похвастаться, то ребят, получая компетенции в работе с оборудованием, являются очень конкурентными на рынке труда, когда попадают уже в лаборатории, скажем, промышленные, там, где уже нужно входной контроль, выходной контроль, либо изучение каких-то свойств для того, чтобы модифицировать оборудование. Ну, хорошее образование, которое дается в Казанском федеральном университете, позволяет некоторым выпускникам занимать управленческие должности. То есть они становятся руководителями лабораторий, они становятся советниками, там, скажем, генеральных директоров в каких-то предприятиях. Я вот точно знаю завод «Телеком», там наша выпускница работает заместителем генерального директора и так далее, и так далее. То есть спектр достаточно большой. Если ребята получили компетенции в области хемоинформатики, это очень сейчас популярная вещь, то они спокойно занимают хорошие места в фармкомпаниях. Это ребята, которые умеют, скажем, предсказывать свойства молекул, а без этого сейчас ни одна современная фармкомпания не обходится. Для того, чтобы выпустить на рынок какую-то новую субстанцию, нужно понимать сначала на компьютере, смоделировать, а есть ли смысл этим возиться. И таких переборов очень много. И вот нужны специалисты в области искусственного интеллекта, машинного обучения. И как раз хемоинформатика, наша магистратура позволяет им такие компетенции получить. Ну и те, кто работал, скажем, с инновационными материалами, с полимерными, композитными материалами. Это не совсем традиционное направление, которое у нас сейчас очень активно развивается. Они тоже, в принципе, находят хорошие места рабочие в заводах, предприятиях, связанных с автомобильной промышленностью, аэрокосмической промышленностью и так далее. То есть, говоря, например, об новом закупленном оборудовании, есть вектор такой развития на профпригодность наших студентов, на ориентированность, что сейчас нужно делать и так далее. То, что теория, это, конечно, хорошо, но без практики. Да, руками пощупать, да, поработать. И сам работодатель может сказать, то, что я лучше возьму того человека, который уже это знает, его переучивать не надо, нежели того, кто вот только теорией владеет. Ну, вот буквально 2 часа назад мы расстались с большой делегацией из КАМАЗа, которые к нам приехали, они смотрели наши лаборатории, знакомились с нашими компетенциями. У них был, если так сказать, не хочу обидеть никого, культурный шок. Они увидели наши современные европейские лаборатории, увидели то оборудование, которым мы обладаем, и которые сейчас, к сожалению, они не смогут приобрести. Ну вот они сейчас задумываются о том, что совместно с нами готовить кадры для, конкретно для их предприятия, которые будут обладать теми компетенциями, которые сейчас у них нет просто кадров. Ну, определенный кадровый голод есть, и мы можем, основываясь на нашей базе, приборной базе, этих специалистов готовить. И они уже будут сразу трудоустроены. А вот химик на КАМАЗе, он чем там занимается? Больше как-то нейтральный вот этот углерод, по-моему, называется. Вот, да, есть. Да, я хотел сказать, три направления, которые мы увидели. Первое – это водородная энергетика и создание автомобилей с низким углеродным следом. Химики – это способы получения водорода, способы хранения водорода, способы транспортировки водорода. Это специальные элементы питания на водороде. Это все химия. Второе направление – это композиционные материалы. Сейчас мы отходим от железа, стали, да, мы отходим в пользу композитных материалов, обладающие ничем не хуже характеристиками, а лучше в том плане, что они не подвержены воздействию атмосферного кислорода, то есть они устойчивы в агрессивных средах, они легче. И композиционные материалы – это химики, это полимеры,
композиты – это химики. И второе – это, конечно же, лабораторное оборудование. Там, которое что-то связано с физико-химическими методами исследования, там, скажем, в области термического анализа, мы крупнейшие являемся центром в Поволжье. Это все мы можем делать. Мы можем готовить специалистов именно в этих направлениях. И они интересуют промышленность. То есть, условно, лет так через 5, например, через 10, выпускник химического института, видя то, что КАМАЗ в очередной раз побеждает на Дакаре, с новой машиной что-то с водородом и с меньшим углеродным следом, сказать, что ну, это я сделал. Я участвовал в этом, да? Да, да, именно так. Замечательно. Продолжим. Следующий вопрос. Что еще, кроме учебы, предлагает химический институт своим студентам? Давайте, да, ну хорошо, я тоже отвечу на этот вопрос. Ну, мы, во-первых, мы, конечно же, являемся научно-образовательной организацией, поэтому помимо образования, учебы, естественно, мы активно вовлекаем наших студентов, наших магистрантов в работу научную, научную деятельность. Сейчас в институте достаточно большое количество проектов, поддержанных различными фондами, РНФ, это может быть хоздоговоры, это крупные другие проекты, куда требуются рабочие руки. И студент, приходя уже с младших курсов, обычно это второй год обучения, первый год еще адаптационный такой определенный в степени, но некоторые на первом приходят, они включаются в работу над конкретным реальным проектом. То есть они делают науку, естественно, фундаментальную, но при этом в качестве продукта может получиться какой-то товар, который нужен промышленности, допустим, да, или там реальному сектору экономики. И студенты трудоустраиваются на этот грант, на этот проект, они получают зарплату. То есть они, обучаясь, уже создали себе рабочее место и работают здесь. Это наша изюминка. У нас очень много студентов сейчас зачисляются в лаборатории и работают там. Естественно, если студенты помимо науки и образования еще имеют другие таланты, они могут спокойно их развивать. У нас очень много спортивных достижений. В этом году впервые прошел турнир химического института по настольному теннису. Играла команда преподавателей против команды студентов. Ну, к нашему огорчению преподавательскому победила команда студентов. Ну, поскольку там были мастера КМС, были мастера спорта по настольному теннису. Но вот такие активности, мини-футбол, соревнования спортивные в рамках Казанского федерального университета, мы во всех них участвуем, и студенты с удовольствием принимают участие. Второе еще направление, это связано с больше так креативной такой деятельностью, творческой. У нас есть собственная газета, «Хижина» называется, «Химия, жизнь, наука», «Хижина». Ребята сами рисуют, причем очень классные картинки рисуют, оформляют, верстку делают сами, берут сами интервью, сами пишут короткие эссе, какие-то репортажи проводят. То есть они получают еще компетенции в области журналистики, в области компьютерного дизайна и так далее. И это все их интересует, это все им нравится, сплачивается коллектив. Второе направление творческой деятельности, оно связано с творческими коллективами, которые у нас действуют. Это музыкальные коллективы, это коллектив КМАХ известный, который уже несколько лет подряд получает гран-при на фестивале «Студенческая весна» в Казанском федеральном университете. Некоторые из их номеров потом включают в уже такой более крупный фестиваль уровня города Казани, где они тоже себя демонстрируют. Еще одно направление – это направление социальное, это направление волонтерское. Многие ребята у нас участвуют в качестве волонтеров в различных мероприятиях, посвященных, там, скажем, Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню семьи. Проводят различные мероприятия, там, скажем, про наука, ночь науки, принимают участие. Студентам это очень нравится. То есть они реализуют свои внутренние таланты, а некоторые узнают, что они талантливы в этом направлении, только учась у нас. Поэтому как-то раньше не задумывались, а тут вовлеклись и вдруг открыли себе еще новую сторону, новую грань. Здорово. Остается последний вопрос. Какие научные направления есть в химическом институте? Ну, перечислять можно их долго. Ну, остановимся на самых только таких направлениях традиционных. Конечно же, это в первую очередь синтез веществ и материалов и исследование их свойств, которые у нас для нас традиционное направление. Если немножко пробежаться по кафедрам, которые у нас есть, у них есть свои специфики. Ну, например, кафедра неорганической химии, есть направление, связанное с дендритными системами, системами доставки лекарственных препаратов с использованием разветвленных полимеров. Есть направление, связанное с перспективными углеродными материалами. Это углеродные наноматериалы, сейчас очень популярна тоже тема, которые могут проявлять какие-то каталитические свойства особые. Они могут быть элементами, скажем, поглощающие излучение краски, да, то есть это так называемое стелс-покрытие.
и так далее. Аналитическая химия. Вот Лариса Геннадьевна является представителем школы аналитиков, хорошо известной, причем не только в России, и за рубежом. Они занимаются разработкой сенсорных систем для анализа фармпрепаратов, для анализа витаминов и так далее. Диагностика заболеваний. Причем работает вот специфика их школы в том, что они стараются работать с реальными объектами, то есть теми объектами, которые действительно нужны, скажем, там в фармкомпании, в диагностических лабораториях и так далее. Органическая химия, помимо традиционного направления, связанного с синтезом веществ, у них есть и направление, связанное с супрамолекулярной химией, это конструирование каких-то сложных молекул, используя методы самосборки, самоорганизации. И медицинское направление, достаточно новое для нас, это медицинская химия, которая посвящена созданию новых фармсубстанций. То есть ребята будут учиться синтезировать новые, по сути дела, лекарственные препараты. В частности, именно на этой же кафедре реализуется еще и хемоинформатика. Физическая химия, достаточно хорошо известная у нас и за рубежом школа в области термодинамики и кинетики. Ну, чтобы было понятно, чтобы не страшные слова. Любые технологические процессы, которые на реальном производстве имеются либо внедряются, сначала необходимо рассчитать на бумаге. И без знания термодинамики и кинетики эти расчеты сделать невозможно. То есть это нужны специалисты, которые понимают, могут посчитать эти технологические процессы заранее. Если мы говорим про кафедру высокомолекулярных элементов органических соединений, у них очень перспективное направление, связанное с лекарствами для животных, это ветеринария. Вот буквально несколько дней, ну может быть десяток дней назад, мы узнали, что сотрудник, молодой ученый этой кафедры, выиграл 1 миллион рублей в студенческом стартапе и потратит этот миллион рублей на создание зоошампуня, который обладает сразу двумя свойствами – противоклещевым свойством и антибактериальным. Существующие на рынке шампуни двумя свойствами сразу не обладают, либо от того, либо от этого. Вот они хотят получить одну молекулу, которая будет обладать сразу двумя этими свойствами. То есть вот такие направления. Ну и кафедра подготовки учителей, это кафедра химического образования, готовит достаточно хороших учителей, потому что я вижу спрос не только в Российской Федерации, к нам приезжает из-за рубежа. Это страны СНГ, которые получают здесь образование для того, чтобы там потом у себя уже, для них уже там готово место рабочее, им нужно только получить компетенции и там уже работать. То есть вот такие вот направления мы имеем. Ну, для абитуриентов перспективы большие. Большие, да. Безусловно. Все направления, всю информацию о них абитуриенты, студенты могут найти на ваших информационных ресурсах, верно? Да, первый, который я бы советовал, это наш, естественно, сайт в домене Казанского федерального университета. Кроме того, имеются и соцсети. Это соцсеть ВКонтакте, это в Телеграме. Так и называется химический институт имени Бутлера. Легко найти. Можно посмотреть, пообщаться, можно задать любые вопросы, и им с удовольствием ответят на все. Кроме того, я хотел, пользуясь возможностью, сказать, что в ближайшее время, то есть начиная буквально с завтрашнего дня, с часу до двух дня можно прийти ко мне в химический институт, в директорат и задать все интересующие вопросы. Я с удовольствием отвечу. Что ж, надеемся, что наплыв студентов, точнее абитуриентов, будет достаточно большой и подробно с ними пообщаетесь. В заключение, можно еще раз? Я хочу остановиться или повторить еще раз контрольные цифры. Итак, до 25 июля вы должны подать документы, заявление о, соответственно, приеме в ВУЗ. Далее, 27 июля вывешиваются контрольные списки, в соответствии с которым вы должны определиться с ВУЗом и указать заявление о зачислении в электронном варианте или, соответственно, его распечатать и принести в приемную комиссию. После этого до 3 августа вы должны подать, соответственно, и оригиналы документов. И только те абитуриенты, которые подают документы через госуслуги, имеют возможность подавать эти документы, оригиналы документов, принести до 20 августа. И, наконец, 9 соответственно, августа будут вывешены уже, будет издан приказ о зачислении в ВУЗы, и вы можете увидеть себя, соответственно, первокурсником в том или ином ВУЗе, в котором вы хотите. Мы надеемся, что вы поступите именно в тот ВУЗ, который вы выбрали. И вы, я думаю, что вы должны выбрать химический институт. Конечно, мы ждем вас всех. Мы ждем вас, да. Да, ну и относительно времени, его на самом деле мало. Только вчера, казалось бы, мы начали приемную кампанию 20 июня. Уже месяц прошел, оказалось, что всего лишь 24 часа прошло.
Что же, Марат Ахмедович, Лариса Геннадьевна, большое спасибо, то, что нашли время к нам прийти. Было очень интересно с вами пообщаться, и очень интересные ответы на вопросы вы нам предоставили. Абитуриенты вам ставят лайки, довольны, так что ждите, завтра, возможно, придут человек 50, наверное, может, даже больше. Ждем, да. Всех ждем. Будете только рады. Что ж, еще раз большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. До свидания. Это был КФУ Лайв для Химического института имени Бутлерова. Еще увидимся, до новых встреч, пока.